Я хожу на английский к репетитору, и, если честно, я устала учить эти неправильные глаголы и времена. Вот бы мне моментально освоить язык. Интересно, а если бы петербуржцам дали возможность чему-нибудь научиться за час, что бы они выбрали? Плавать, медитировать, ну и на сноуборде я катать умею, так что, наверное, это все. Танцевать нормально. Сноуборду. Дружить с людьми. Почему? Не знаю, как-то с этим не вяжется. Летать. Наверное, я бы постаралась научиться телекинезу. Это достаточно интересно — уметь контролировать других людей и принуждать их что-то делать. Я бы села на шпагат. Играть на гитаре. Компьютеру. Хорошим манерам. Наверное, танцевать. Сейчас я пойду за час. Схожу в баньки и напарюсь. Вот это самое милое дело будет. Вот что я могу сейчас за час сделать.